Напишите хотя бы еще 4 строчки. Травка зеленеет, солнышко блестит, а ласточка с весною в сени к нам летит. Вам же необходимо подписать еще один рескрипт и 3 указа. Опять писать? Тогда я не буду дописывать зеленее. А теперь я попрошу вас начертать. Начертать? Да-да, начертать. Ой. Вашу величайшую резолюцию. Что писать? Одно из двух. Либо казнить, либо помиловать. Так, помиловать. Ваше Высочество, я должна сказать, что вы сделали грубую ошибку. Какое? Неужели надо было написать «кознить»? Да нет. С точки зрения грамматики вы абсолютно верно написали. Но вы решили судьбу человека, даже не задумываясь. Вы написали «казнить». Казнить человека. Ой, еще чего? Это что же, я должна и писать, и думать в одно и то же время? Нет, 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 и не надо и писать, и думать в одно и то же время. Но нужно сначала подумать, а потом написать. Я хотела бы познакомить вас с ребятами, которые хотят учиться. Правда? Правда, правда. И среди них есть даже первоклассники. Те, которые идут в первый класс, они хотят учиться, ваше высочество. Неужели вы правда хотите учиться? Да! А вот что будет, если они не захотят учиться и ходить в школу? Это они счастливые, все радостные, счастливые. Вот что? Как это? Ваше высочество, они же дадут клятву. А если они дадут клятву, они должны будут ходить в школу и учиться. Клянетесь ли вы учить буквы и научиться читать? Клянетесь? Клянемся. А вот в телефоне не сидеть и в игры не играть? Thank you.
это первоклассники, вам и выбирать первыми. Какое выбираете? Является хлебобулочным изделием. А? Молоко. Это вы решили или класс? Класс. Тоже сердечко. Все бы сердечко вышли. Веселый счет сердечка. Главного руководителя. А? А у всех два не отразимых глаза. Поклассники, глупые первоклассники. Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira, soco, soco, bate. Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho. Pode ser perna com a mão, pode ser na mão com a mão. Quem bola se enrola, preste muita atenção, porque tudo tem que ser. Vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Держи! Аплодируем!